«Мафия» отыграли свой последний концерт. О своем распаде, напомню, коллектив сообщил еще в прошлом году. Ну, а последнее шоу трио состоялось в Майами. Надо сказать, что после распада участники «Swedish House Mafia» займутся сольными проектами, то есть не пропадут. Star News. 968 тысяч копий – таков результат продаж за первую неделю альбома 20/20 Experience Джастина Тимберлейка. В карьере Тимберлейка это лучший результат за дебютную неделю. А еще раньше Джастин подтвердил, что выпустит вторую часть альбома 20/20 Experience еще до конца этого года. Ждем! Star News. Ну а R&B-певица Ашанти представила новый трек. Песня называется Never Should Have. Трек стал третьим синглом в поддержку первого студийника Ашанти Braveheart. Диск поступит в продажу 4-го.